Киностудия Московской Духовной Академии открывает цикл передач о людях, которые своим трудом формируют современный облик старейшего учебного заведения России. Константин Ефимович Скурат. Доктор церковной истории, заслуженный профессор, преподаватель, у которого учились нынешние преподаватели. Образец чуткого отношения к студентам, пример скромного трудолюбия. Человек, чье имя навсегда связано с московскими духовными школами. Константин Федорович, ну вот смотрите, вы, наверное, однозначно самый старейший преподаватель, профессор Московской духовной академии, так ведь? То есть больше, чем вы, в нашей духовной школе никто не преподавал. Да, это да, это точно. И вот такой вот немножко провокационный вопрос. Понятно, что вся прошлая жизнь как один день. Но вот если сравнить ваши первые ощущения, когда вы оказались здесь, с тем ощущением, которое сейчас, когда вы входите в стены Троице-Сергиевой лавры, идете к преподобному, к студентам, насколько оно изменилось? Вот так, если изнутри посмотреть... Знаете, вопрос очень сложный, дорогой мой батюшка, да. Почему? Потому что, да, и вы правильно сказали, провокационный вопрос. Почему? Потому, я бы сказал, что на этот вопрос, пожалуй, правильно никто не ответит. Знаете почему? Потому что все прошлое, как правило, воспринимается в радужном свете. Угу. Хотя в прошлом было много трудного, да, тяжелого, такого, которого сейчас нет. И тем не менее, все это забывается. А остается в памяти только хорошее. Ну, это хороших людей самое хорошее. Я даже, знаете, что... Я даже, знаете, думаю, вот почему. У меня, так сказать, маленький на это ответ есть. Ведь тогда была юность, вот детство, юность. Знаете, и все воспринималось иначе. Поэтому очень опасно, понимаете, вот на этот вопрос отвечать однозначно. Я думаю, что, дорогой мастер Павел, и тогда было много хорошего. И я стараюсь видеть, по крайней мере, у меня уже такой, видимо, характер. И сейчас больше видеть хорошее. Когда так смотришь на жизнь, так и жить легче становится. Знаете, и приятнее, и даже когда уже разменяешь девятый десяток, еще хочется жить. А иначе как думать? Поэтому, может быть, знаете, вот ограничимся такого рода суждением. Но вообще, конечно, если я говорю о том, какие у меня были впечатления, когда я сюда приехал, то, конечно, эти впечатления были неповторимыми. И я вот думал над этим вопросом неоднократно, и даже в своих воспоминаниях немножко коснулся этого. Я и хорошо сейчас это помню, как я в 1955 году, когда приехал на вступительный экзамен сюда, в Московскую духовную академию, по обычаю, который уже у меня сложился во время учебы в Минской духовной семинарии, пошел вместе со своим другом и однокурсником по Минской семинарии, Николаем Николаевичем Рычко, может быть, вы его и помните, ну, какой он молодой. Это даже Николай Николаевич, отец Павел, не помнит. Да. Надо же, как все это было давно. Угу. Так вот, мы с ним, как это и положено православным людям, пошли перед экзаменом в Успенский собор с тем, чтобы там помолиться и спросить благословения преподобного Сергия на предстоящие труды, на предстоящий экзамен. Там шла
рядовая служба. Служили иноки, хор был братский. И на меня такое сильное впечатление произвело это богослужение, что я тогда мысленно несколько раз повторил: «Господи, если есть на то Твоя святая воля, так оставь меня здесь навсегда». Да, и Господь услышал. Хорошо, что у тебя есть. Да, он все-таки помогает. Я думаю, что он будет бесполезен. Да, и вы правильно сказали. Молитва была настолько глубокая, действительно глубокая, по крайней мере, искренняя, что Господь услышал и оставил меня, оставил навсегда. Я уже сейчас это совершенно смело говорю и с полной ответственностью, потому что моя жизнь уже прошла. Я остался здесь навсегда. Есть люди, без которых Академия последних десятилетий непредставима. Но просто она не была бы такой, какой она на сегодня является. И сегодня самым ярким представителем этого поколения, несомненно, является Константин Ефимович Скурат. И дело уже не в его заслугах перед отечественным богословием, заслугах многодесятилетних, которые были и во время его многочисленных поездок за рубеж, и тогда, когда только закладывалась та база русского послевоенного богословия, которая теперь позволяет нам жить и действовать. Даже уже не так важна аргументация, которую он может приводить на защите диплома, или во время заседания совета, или просто когда мы общаемся в профессорской, сколько то, что это слово исходит из его уст. За ним стоит опыт, подтвержденный жизнью. Аргумент всегда можно опровергнуть аргументом. Но что опровергнет жизнь? Константин Ефимович доказал и доказывает жизнью путь веры, благочестия в соединении с ученостью. Константин Ефимович, а вот отношения между Академией и Лаврой, ведь раньше они совсем другие были. Не было когда еще академического храма, и студенты семинарии Академии, они активно участвовали в богослужениях. Так ведь, да? Вот, может быть, сейчас этого не хватает? Еще какой-то более глубокой такой вот, ну, как бы, связи между монастырем и духовной школой. Связь с Лаврой преподобного Сергия была, есть и должна быть. Потому что если ее мы по той или иной причине не просто потеряем это, упаси Господь, но даже ослабим, то вместе с тем ослабеет и наша духовная жизнь. То есть школа наша не будет такой духовной, какой она должна быть. Поэтому вот эта связь нашей Академии, которую мы всегда называли не случайно большой келью преподобного Сергия, она должна быть и должна быть самой тесной. Правда, вот вы в своем вопросе это отметили, и это совершенно верно. Раньше вот эта связь, это единение, вы больше чувствовались. Uh-huh. Знаете, и я думаю, что причина была довольно простая. Конечно, не потому, что там жизнь была иная. Знаете, при любой жизни надо находить выходы и, так сказать, не поддаваться ее влиянию. А вот то, что Академия не имела своего храма. Mm. Знаете, когда в 55-м году нам вернули свой храм, мы, конечно, все ликовали, радовались. Это была действительно для нас Пасха. Я сейчас радуюсь. Я вовсе не хочу, знаете,
сказать так, чтобы меня поняли, что не нужен Академии храм, давайте возвращаться к тому, что было раньше. Но факт остается фактом, что тогда, вот когда у нас не было храма, мы постоянно были в лавре. То есть у нас было постоянное общение с братьями. Мы ежедневно там участвовали в богослужении. То есть наши десятки там постоянно присутствовали. Вот в среду, которую несут сейчас наши студенты, они несли в лавре. Да. Потом по всем праздничным воскресным дням мы всей академией рано утром направлялись к божественной литургии опять-таки в лавру. Угу. Во главе этой процессии всегда шел ректор. А то есть это было торжественное шествие, да? Это было утром, всегда рано утром. Мы все собирались на той дорожке, которая ведет к чертогам. Угу. Да? Ну, тогда у нас здесь были аудитории. Да. Угу. Все выстраивались. Так сказать, кто на дорожке стоял, кто, так сказать, дальше стоял, в общем, вся академия, семинария. Все выстраивались чинно. Так, как мы это делаем 1 сентября, да, 1 сентября и потом в конце учебного года. Все ожидали друг друга, и в определенное время открывались ворота, и шествие открывал в свою очередь тоже ректор и инспектор. Это тогда вечная память был отец Константин Ружицкий, и инспектор Николай Петрович Доктусов. Две очень такие, знаете, славные, прекрасные фигуры. О них тоже, знаете, немало можно говорить, и говорить достойно, потому что это были действительно люди достойные. Так, пока выстраивали все, как правило, ректор, инспектор, беседовали со студентами, особенно с теми, кто, конечно, более был ловкий и ухитрялся пробраться поближе. Поближе, да. Ну, как правило, конечно, поближе стояли студенты академии. И к концу нашего обучения, уже мы были на четвертом курсе, потому что мы получили храм свой, это только в 55-м году, это я заканчивал академию. То четвертый курс был рядышком с администрацией нашей. И я был свидетелем неоднократно этих бесед, какие они были теплые, хорошие. То есть начиналось вот с этого. А потом все дружно шли в лавру и там присутствовали, совершали божественную литургию. Да. Мы постоянно были в общении с лаврой. Постоянно в общении были со старцами. Мы все, во всяком случае, я лично знал всех иноков обители. Правда, их, конечно, не так было много, но было порядочно. И мы знали всех лично, как и они нас знали. Мы постоянно были в общении. Как одна семья. Одна семья, совершенно верно. Одна семья, в полном смысле этого слова. Да, и потом у нас даже сложилась такая, значит, поговорка, что вот наша дружная семья, да. Вот к сегодняшнему дню я вот не слышу таких, знаете, выступлений, таких свидетельств. Даже редко услышу так. Наша академическая семья. Да, скорее всего, такой табор. Табор такой большой, много всех. Все даже друг друга не знают. Но это крайне, Но все-таки, конечно, что-то есть такое от семьи. Но вот так сказать, с такой теплотой, вот с такой, знаете, душевностью, как это мы говорили тогда, искренностью, вернее. Вот уже, знаете, язык сейчас не поворачивается. Вот, возможно, знаете, я думаю, что так. Это объясняется тем, что нас стало много. Много, очень много. Тогда и академия, и семинария, знаете, они же были небольшие. Угу. Да. Да и лавра сама тоже была небольшая. И лавра небольшая. И поэтому мы друг друга знали, могли всегда обратиться с вопросом к нашим старцам. А старцы такие были уважаемые. Знаете, я помню, отец Петр, отец Серафим, такие, знаете, почтенные. Старцы, отец Николай, да. Ну, и ряд других. Отец Петр вот еще был, афонский инок. Знаете, чрезвычайно интересные люди. Отец Петр еще, кроме того, очень любил играть на физгармонии. И прекрасно играл. Конечно, он играл гимны такие церковные, гласы. Да. И иногда приходил к нам в академию. Так, знаете, просто легко приходил, садился где-то, где-то, так сказать, за физгармонию. И начинал играть. А к нему помаленьку стягивались наши академические силы. Тут же с ним можно было поговорить, так, поставить ему вопросы, получить ответы. То есть
совершенно такая вот картина была другая. Так же, как мы свободно могли пойти в Лавру, знаете, пойти к каким-либо старцам, да, дверь постоянно была открыта. Даже не знаю, чтобы была вот такая проходная. Вот я не помню, как это вот сейчас. Формальная какая-то. Но как-то так мы ходили совершенно запросто, без препятствий, как и они к нам. То есть была действительно в полном смысле до слова единая семья. Вот, может быть, этого сейчас маловато у нас. Вот если бы к этому вернуться, я думаю, что выиграли бы все. Все вместе. Потому что когда живут в таком вот единстве, в дружбе... Выигрывают все, конечно. Все выигрывают, да. Константин Ефимович Скурат. Воспоминания. Огромное, неизмеримое духовное влияние оказывала на нас Святая Лавра. Каждый день начинался с Троицкого собора, где почивают святые мощи преподобного и богоносного отца нашего Сергия. Мы ежедневно спешили сюда, чтобы непременно до общей утренней студенческой молитвы и завтрака приложиться к святым мощам. Придешь в собор, станешь в общую очередь и помаленьку продвигаешься к святой Раке. А этим временем мысленно поминаешь своих родных и близких о здравии, а почивших — об упокоении. Просишь у преподобного предстательства у престола Божьего на предстоящий день. Да и мало ли чего мы просили у преподобного. То, что сложилось в студенческие годы, осталось для меня свято на всю жизнь. И сегодня, приехав в Московскую духовную академию, я иду прежде всего к святым мощам нашего небесного предстателя. Да, время студенческого общежития имеет очень большое значение. Его ничем невозможно заменить. Никаким экстернатом, филиалом, заочным сектором. Мы всегда видели лаврских старцев, их благоговение к храму, их спокойствие, степенность, их глаза, обращенные к небу. Мы слышали их голоса, дерзновенно призывающие действия благодати Божией. Доброе слово исходило и от наших преподавателей. Но больше воспитывало нас не слово их, а пример, их жизнь, их уважительное отношение друг к другу и к нам. Среди них царила подлинная христианская любовь. Не было группировок на монашеских, пиджачников и тому подобных. Не было того, чтобы говорилось одно, а делалось другое. Не предлагалось чего-нибудь так, чтобы тут же забыть обещанное. Все это мы видели, а если не видели, так чувствовали. И все это действовало на нас незаметно, но очень сильно. Мы, педагоги, часто, ой, как часто, недооцениваем чуткость студентов ко всему происходящему в нашей жизни. Вот почему вы выбрали все-таки патрологию областью своей специализации научной и дальнейшего преподавания? Это как-то естественно, органично произошло в результате обучения всего, да? Да, совершенно верно, отец Павел. Я ничего не выбирал. Угу. Так, если уж говорит, я единственное, что выбирал, я выбирал, куда поступить. Вот. Я, конечно, с юности у меня было влечение вот к церкви. Ну, с детства даже. Потому что я воспитывался, конечно, в православной семье. У меня не было никаких вот этих вот наших прыжков, скачков. Мне не о чем хвалиться, знаете. Я вот иногда часто слышу, что вот я раньше не верил, был, так сказать, вот атеистом, а теперь вот, знаете, стал верующим, да еще каким? Таким, что, знаете, пример всем дает. Но у меня этого не было еще подобного. У меня, знаете, жизнь все время шла ровно, и поэтому какое-то вот... Но было какое-то постоянное стремление и сблизиться с церковью. Это было с детства. В своей жизни, кроме того, что я именно вот стремился, с этого я начинал, к духовной школе, очень желал поступить в духовную школу. Когда я услышал об этом, то... Естественно, конечно, загорелся так, что другого для меня уже ничего не существовало. А все остальное устраивалось так, как, конечно, может, дерзновенно,
да, как это было действительно угодно Богу. Я нигде не сделал ни одного шага такого, ну, который бы можно объяснить, что я чего-то ищу. Все приходило само собой. Я молился, конечно, молился Богу. Особенно вот молился о том, чтобы Господь меня оставил при Академии. Потом, конечно, просил ходатайства преподобного Сергия, чтобы он мне помог достойно пройти служение свое. Ведь иногда даже говорю, я же не зря просил, так сказать, Господа и твое ходатайство, чтобы ты меня оставил. Значит, помоги теперь мне оправдать вот то, что я обещал, выполнить то, что я обещал. А все приходило само по себе. Меня оставили здесь при Академии в качестве профессорского стипендиата. Uh-huh. Это было весной 1955 года. Да, конечно, я был очень рад, потому что тут тоже немножко, так сказать, произошли такие небольшие изменения в моей жизни, в моих желаниях. Я как-то вот как раз к четвертому курсу как-то очень почувствовал влечение к педагогической работе. Причем совершенно для меня это неожиданно. Ну, это особый сказ. А то я боюсь, я сейчас так далеко опять уйду, что снова забуду ответить на ваш вопрос. И дальше складывалось все само собой. Осенью мне дали предмет, тот самый, слава Богу, который и по сейчас, сей день, да. По сей день, правда, был большой перерыв. Более 20 лет был перерыв. Mm-hmm. Я 3 года преподавал катехизис, потом меня перевели на другие предметы, и, так сказать, много раз, так сказать, мне меняли эти предметы, но опять-таки все это совершалось помимо моей воли, помимо моего желания. Я только склонял голову, благодарил, принимал и ничтоже вопреки глаголу. Да. А патрологию я получил, опять-таки, в 1963 году скончался отец Петр Гнедич. Он у нас преподавал патрологию. Заканчивал тогда Ленинградскую духовную академию, оттуда ее призвали к нам. И он у нас преподавал всего-навсего, кажется, 1 год. Угу. Да, в 63-м году он скончался. И как только он скончался, мне предложили вот занять эту кафедру. То есть взять этот предмет. Воспоминания Константина Ефимовича Скурата. Осенью 1955 года мне предоставили преподавать катехизис. Хотя я его хорошо изучал в Минской духовной семинарии, весь слово в слово переписал, чтобы иметь постоянно на своем столе. Но, получив назначение раскрывать другим, я снова стал изучать его самым тщательным образом. Так что в первый учебный год уже знал весь наизусть. От «что есть православный катехизис» по «какая нужна предосторожность на тот случай, когда нам кажется, что мы исполнили какую-либо заповедь». Шел я на первый урок так легко и радостно, что ноги, казалось, не касались железных ступеней маршев между площадками. И теперь хожу по той же лестнице. Но это уже другая походка, хотя и не лишена радости. После 2-3 первых занятий я чувствовал себя вполне уверенным. Правда, я много готовился к каждому занятию, но урок шел как на экзамен. И на протяжении всех моих преподавательских лет я ни разу не приходил на урок неподготовленным к нему. Первые годы я излагал новый материал, ходя по аудитории. Это было и хорошо, и не совсем хорошо. Хорошо, что никто ничем посторонним не занимался, да и вздремнуть не мог. Не совсем хорошо, потому что своим хождением я мешал воспитанникам быть сосредоточенными. К тому же, когда я уходил к задним рядам, спереди слышали меня плохо.
Это я впоследствии заметил. И стал рассказывать материал, пребывая только на кафедре, сначала стоя, к преклонным годам сидя. А вот опрос проводил я чаще при хождении по аудитории. Этот метод практикуется мной и сейчас. Чем он хорош? Тем, что во время опроса работает весь класс или курс. Все должны быть на страже от начала и до конца опроса. Такой метод помогает за короткое время выявить полную картину готовности воспитанников. За время моего служения в московских духовных школах мне пришлось преподавать разные предметы, а столь много внимания уделил я катехизису по причине простой. Это мой первый предмет. С ним я делал первые шаги, и его же глубоко полюбил, почувствовал с ним некое неразрывное духовное единство. Константин Ефимович, сейчас семинария сильно изменилась. И жилищные условия изменились, и бытовые условия. И, быть может, наши студенты не вполне понимают, насколько это важно, и не вполне ценят то, в чем они сейчас живут. Вот если можно было бы несколько рассказать о том, какой была ежедневная жизнь семинариста в то время, когда вы учились в семинарии, в академии. Отец Павел, если сравнивать условия, которые были в семинарии Минской, и вот с теми условиями, которые здесь мы видим, то, пожалуй, не поверят теперешние студенты, что мы вот в таких условиях могли учиться, работать, и причем работать по-настоящему. Даже если вот тот труд, который мы несли тогда, в очень суровых условиях, сравнить вот с тем, как они сейчас трудятся, я думаю, тоже не в пользу будет сегодняшних студентов. Условия были очень трудные. Питание было очень такое, знаете, слабое. Но удивительно, знаете, настроение было прекрасное. Знаете, работали мы, знаете, невзирая ни на какие трудности. Вот это бы следовало бы возобновить. Это следовало бы вспомнить и, знаете, и вот вернуть в этот дух, чтобы он остался постоянным, невзирая ни на какие условия. А может быть, даже эти, знаете, я иногда думаю, что, может быть, вот эти условия... Создать. Да. Я бы этого, конечно, не хотел, но просто я хотел, так сказать, понять, что вот эти, может быть, условия, они, знаете, организовывали, мобилизовывали людей. Правда, знаете, еще тут имела еще вот какая сторона. Ведь в 47-м году пришли в семинарию люди все опаленные войной, огнем, да, военным. Все. То есть ни одного человека не было, который бы не знал, что такое война. На нашем курсе были фронтовики, партизаны бывшие, так, учителя советских школ. Знаете, и все остальные, конечно, тоже так или иначе испытали... Вот. То есть у них у всех был большой жизненный опыт, да, уже. Да, совершенно верно. Они прошли через, знаете, горнило разных испытаний, страданий, знали, что такое труд, что такое голод и вообще, что такое война. Я до сих пор, когда вспоминаю войну, то всегда говорю и молюсь: Господи, посылай что угодно нам, но только сохрани нас от войны. Ну, это, кстати, многое можно было еще говорить о том, какие были трудности, но правда, надо все-таки, знаете, быть до конца последовательным. Было нечто, которое полезно было бы вернуть их к сегодняшнему дню. Это дать студентам нормальную стипендию. Вот. Да. Сейчас на нашу стипендию студент думает, съездить ему в Москву или нет. Не хватит. Не хватит, да. А когда я приехал сюда в академию, я сразу получил, правда, основную стипендию, потому что надо было прежде выйти на первый разряд. Да, доказать. Доказать, что ты имеешь право получать пенсию другую. Я потом получал все время
самую высокую стипендию, хотел сказать, пенсию. Если бы мне дали такую пенсию, как я получал тогда стипендию, я был бы удовлетворен. Сейчас, да. Стипендию. Так я на эту стипендию я покупал обувь, покупал одежду, покупал прекрасную шляпу, в которой студенты имели обыкновение тогда ходить. Тогда студенты ходили в шляпах. У нас сейчас все, так сказать, в этих беретиках, потом в каких-то шапочках. И только я иногда одного профессора вижу, который ходит в шляпе. А все остальные, значит, в том числе я, так это бегаем вот в этих вот беретиках. Да. А тогда студенты, знаете, были на таком уровне, знаете, ну, по крайней мере, выглядели очень и очень солидно. И кроме того, что я мог на эту стипендию полностью себя обеспечить, ездить на каникулы, когда я учился в Минской семинарии, у меня была проблема съездить на каникулы. Денег не было на билет, и брат едва-едва меня мог обеспечить. Я мог не только поехать на каникулы спокойно, но даже собрать деньги на то, чтобы купить путевку и поехать на санаторное лечение. Я несколько раз покупал эти путевки, да, ездил в Железноводск, в Ессентуки, Пятигорск, ездил, покупая эти путевки на те деньги, которые я собрал, получая стипендию. Да. Вот бы это вернуть студентам нашим, я думаю, что это было бы очень хорошо. Может, конечно, и боязно это говорить, да, особенно если вы это пустите с экрана, да, и услышат об этом студенты. Но, с другой стороны, я этого не боюсь. Почему? Потому что я сказал то, что действительно было, нисколько абсолютно не преувеличивая. И было бы хорошо. Они достойны того, чтобы не думать о том, как жить, как существовать, или как купить зубную щетку, да еще и порошок, оказывается, к ней нужен зубной. Да. И не только. И так дальше, да. Сам его внешний облик, его скромность, подтянутость, благородство внутреннее, они говорят сами за себя. Умеет разрядить обстановку вовремя, то есть рассказать какую-то смешную историю, пошутить. И очень удивительно, что человек, который преподает уже 57 лет в московских духовных школах, остается таким же жизнерадостным. До сих пор у него не пропадает интерес к жизни. Константин Ефимович один из тех людей, я думаю, мнение которыми в Академии очень много уважаются, как студентами, так и преподавателями. Именно поэтому. Потому что он живет по вере. И для него это не просто знания, как какие-нибудь, не знаю, технические характеристики в каком-нибудь предмете. Это то, что реально формирует его самого, его жизнь и его отношение ко всему. Он является живым примером настоящего христианина. Вот. Это было, конечно, потрясающе, потому что я на себе ощутил, насколько этот человек внутренне собран, насколько он дисциплинирован и насколько он хорошо знает предмет, об этом даже нет речи. Вот. Что он преподавал и преподносил это в широте своей. Вот. То есть, конечно, выходя из за рамки катехизиса и что-то из своего жизненного опыта рассказывал, но это было, конечно, потрясающе. Этот человек является для нас незыблемым примером стойкой веры, силы слова, послушания, человеком науки. Причем каждый из нас на первом курсе старался получить автограф и памятные слова в назидание, подписанные на его трудах. Если перефразировать известную фразу, Константин Ефимович – это наше все. Константин Ефимович. Так. Хочется вас поблагодарить за то, что вы открыли очень важный для нас цикл передач «Лица Академии», в котором мы хотим рассказать о наших тружениках, о профессорах, о преподавателях, да и не только о них, о тех людях, чьим трудом сегодня
стоит Московская духовная академия, развивается. И очень хотелось бы, чтобы вы несколько слов сказали нашим студентам. Вот этот более чем полувековой опыт преподавания в духовной школе. Перед вами прошло столько же выпусков наших студентов. Вот что самое главное, самое важное вы хотели бы пожелать тем, кто сейчас только переступает порог семинарии, те, кто поступает в академию, те, кто, может быть, еще не вполне осознали, куда они попали, какая ответственность на них лежит перед людьми, перед церковью, перед Богом? Я бы сказал кратко, отец Павел, я бы сказал вот что. Дорожите не только каждым часом, но каждой минутой, которую Господь вам отвел быть здесь. Трудитесь, молитесь, и опять трудитесь и молитесь. И если будете так себя вести, Господь поможет вам в ваших трудах. Вы станете добрыми служителями Церкви Божией, верными сынами своей Родины и добрыми молитвенниками за нашу духовную школу, за святую обитель, в которой наша духовная школа находится, за всех нас –